Первый этап завершен. 210 человек успешно справились с заданиями заочного этапа проекта «Команда 52». Всего 866 человек изъявили желание поучаствовать в программе. Напомним, цель проекта – сформировать и развить базу перспективных управленцев региона. Участников разделят на команды по 5-8 человек в 4 территориальных группы – Север, Центр, Юго-Восток и Юго-Запад. Всего сформировали 31 команду. Экспертная комиссия проекта «Команда 52» обсудит и утвердит окончательный состав муниципальных управленческих команд Нижегородской области, которые будут обучаться в образовательной программе проекта и параллельно разрабатывать собственные проекты. Обучение будет проходить очно и дистанционно. В программе будут стратегические сессии, форсайт-сессии, нейротренинги и диджитал-обучение. Проект, запущенный Корпоративным университетом правительства Нижегородской области при поддержке Министерства внутренней, региональной и муниципальной политики, завершится в сентябре. Возможность была у каждого жителя Нижегородской области, имеющего отношение к муниципальной власти или желающим работать на муниципальном уровне, заявиться в этих программах. Очень важно, чтобы реализовали проекты по команде по привлечению инвестиций, по оптимизации бюджетных процессов, там, экономии, да, либо оптимизации процесса с точки зрения технологий, бережливых технологий, потому что коллеги наши тоже этому научились и стали практически лидерами изменений, основываясь на тот опыт, который смогут здесь приобрести. Обучение, формирование команд муниципалитетов – это важнейшее вообще направление. Я абсолютно убежден, что развивать всерьез территорию, значит, невозможно без сильных муниципалитетов, потому что территория Нижегородская область – это есть 52 муниципалитета, которые представляют всю и развитие экономики, и развитие социальной сферы.